Всем привет! Недавно рассказывали о этой военной станции, и вот пришло время, наверное, испытать ее в работе, как быстро это все происходит и насколько удобно. Вот, нашел такой вот подопытный какую-то вкладку от телефона, то есть делать буду все варварски, но чтобы было просто понятно, как это все у нас происходит. Значит, начнем. Подставка. Подставку я уже выставил на нужный мне размер, но есть у меня, конечно, вопросы к этой подставке. Наверное, все-таки ее нужно будет дорабатывать, потому что не самая удобная подставка под плаху. Но, как говорится, цена подкупает. Но такое. Значит, что у нас тут есть? Управление лампой. Управление нижним подогревом, управление паяльником. Паяльником пользоваться сейчас не буду, тут как бы все и так понятно. Так, давайте запустим нижний подогрев. Сразу выставим его. Вот точка плавления припоя у нас где-то вот будет. Пускай будет где-то вот так. Опять же таки, с термопрофилями тоже не буду заморачиваться. Не знаю, что там за чип. То есть и думать даже не буду. Лампа. Как я говорил, термопрофилей нету. То есть думал, что они есть, но на самом деле нету. Все, что есть, это ПИД. Вот, давайте где-то вот тут вот поставлю эту штучку. Значит, управление ПИДом как бы, ну, никакое. Единственное, что вот если зажать вот эти вот две кнопки, на всех остальных оно работает точно так же. Если же зажать вот эти вот две кнопки, здесь появляется цифра, это плюс-минус отклонение от температуры, которая здесь. То есть можно его увеличить, я все сбросил. Вот, можно увеличить, вернее уменьшить, вот в минус загнать, или увеличить. Вот, ну оставим как было. Вот. И, собственно говоря, поехали. Ну, бессенсовый припой где-то 220 градусов. Давайте мы ему сделаем, чтобы особо не убивать. Вот, где-то 250 градусов мы поставим. Вот, опущу термопару. Поближе и, наверное, поближе опущу, чтобы у нас это все дело меньше времени занимало, опущу пониже саму лампу. Вот видим нагрев температуры, не очень быстрый, наверное, это хорошо. Кстати, нижний подогрев греется достаточно быстро, потому что вот установленные 190, они уже есть. И вы знаете, видим, как начинает плюс наш немножечко. Кстати, отражатель облегчает жизнь на самом деле. Ну, я думаю, на камеру будет заметно, насколько большая разница. Глаза вообще не режет. И вместе с тем видно все, что происходит. Ну, пока я его подниму. Потому что не особо нужен. Собственно говоря, вот причина, что так долго.
слишком большие шары, этого я не учел. Не знал просто, что на самом деле не знал, где убежал наш процесс. Ну и давайте посмотрим, собственно говоря, на саму плату, что у нас с ней произошло. Вот у нас даже есть подсветочка какая-никакая. Видите, падает. Не хочу особо ее руками брать, потому что достаточно горячая, но, в принципе, терпим. В принципе, плату не повело. Достаточно, ну вот это если не учитывать того, что без подготовки, без ничего начал тягать этот чип, что он ездил у меня по плате. Что могу сказать? Ну, наверное, работать все-таки можно. Скорее можно, чем нельзя. Наверное, за свои деньги, разве что самопал какой-то можно придумать. Значит, два недостатка, что увидел. Это подставка. Честно, мне очень понравилась. Она как бы залазит вот этими металлическими штуками на сам нагреватель. Не очень удобно, нельзя ровно выставить. Ну и, собственно говоря, отсутствие термопрофилей. Но плюсы, как бы, это паяльник и цена. Цена, наверное, это самый основной плюс у этой паяльной станции. Ну, на этом, наверное, все. Надеюсь, чем-то наше видео вам помогло. Спасибо большое за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.